Не только семейный союз, але и суместная творчесть объединяет Ирину Данилову и Арсения Дворонина. Их выстава под названием «Вобразы, фактуры, материалы» открылась у палаце Румянцевых и Паскевичев. Семейная пара вырабляет гобелены. Ручным ткацтвом творчий тандем занимается больше як 40 годов. Мастаки створили оригинальную авторскую манеру. Сюжеты наполняют глубинным сенсом, створают рельефность гобелена, выкористовывают у працы разные материалы. Зараз Арсений Дворонин на пенсии. У него много часу заниматься живописом. Жонка Ирина выкладая у Гомельским мастацким колледже. На выставе творцы представили больше як 40 оригинальных работ. Последний гобелен, вот «Метель» называется, был. Да, мы над ним работали вдвоем. Значит, когда есть замысел, мы вдвоем работаем над композицией. Мы предлагаем какие-то варианты, обсуждаем, критикуем, ссоримся, ругаемся. Да. И в конце концов приходим к какому-то решению. Сейчас, да, действительно, я больше занимаюсь живописью. Ну, а вот она представила очень интересные декоративные ткани и композиции. Карпатливо вытканные полотны здивляют с местом и детализацией, по мере некоторых сапраўды ураживают. Их выканание потребует великой концентрации. Яны упрыгоживают интерьеры разных громадских будинков, жилых помешканьев. Творы Ирины Даниловой и Арсения Дворонина находятся у сборах музеев и приватных коллекциях. Ткацкие композиции гамельчан выставлялись у музеях Польши и Франции.